Междугороднее и международное сообщение работает в прежнем режиме. Автобусы и маршрутки ходят по графику. Об этом рассказала директор автостанции Приднестровья Олеся Урсул. Все рейсы, которые заявлены в расписании, сейчас выполняются в полном объеме. Есть незначительные корректировки, но они не столь существенные, бывают крайне редко. В любом случае пассажир может в любой момент обратиться к нашим диспетчерам по телефону автостанции, размещенной у нас на сайте, и узнать более точную информацию по тому времени, которое удобно именно для него. Самое востребованное сейчас кишиневское направление. Больше всего пассажиров в первой половине дня. Есть транспорт на Одессу, билеты можно купить на московские рейсы в Петербург, Сочи, Геленджик, Ростов-на-Дону. Как отметила директор автостанции Приднестровья, все автобусы и маршрутки регулярно обрабатываются. Строго соблюдается масочный режим.